У саровчан появилась возможность получить налоговый вычет за занятия спортом. В специальный перечень, который утвердил Минспорт, попали две коммерческие организации – спортивная школа ИКАРА Саров и школа Олимпийского резерва «Атом». Причем получить выплаты можно и за себя, и за ребенка. В спортивной школе ИКАР – это такие услуги, как посещение тренажерного зала, посещение бассейна, занятия по боксу, борьбе, плаванию. Занятия в многоцелевом зале, групповые занятия, это и под руководством тренера, индивидуальные занятия, пользование спортивными объектами, которые происходят на платной основе, услуги акваэробики, услуги сайкл-студии. Максимальная сумма трат, с которой можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,5 тысяч рублей. Сбор необходимых документов на получение вычета много времени не займет. Для того, чтобы получить, необходимо обратиться в отдел платных услуг спортивной школы ИКАР. Можно сначала по телефону 99366, и специалисты подскажут, либо обратиться непосредственно с документами, то есть с предъявлением финансовых документов, то есть чек, либо абонемент. Мы предоставляем договор, на основании этого договора обратиться в налоговую инспекцию и получить за данные услуги налоговый вычет в виде 13%. Получить вычет сможет любой гражданин Российской Федерации, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты не могут применять физлицы, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход, например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.